Несмотря на морозную погоду, желающих увидеть, как елка-красавица засияет разноцветными огнями, собралось много. Гости вечера задолго до официального открытия окружили сцену, чтобы повеселиться под песни и выступления творческих коллективов, напоминающих о совсем близком вступлении в Новый год, а также погулять на праздничной ярмарке, любуясь выступлениями сказочных героев на сцене. И если душевные песни согревали душу, то замерзшие носы и руки – горячий чай. Горожанам дарили новогоднюю сказку известные и полюбившиеся персонажи. Песни и танцы согревали каждого, а новогодняя иллюминация создавала ощущение приближения Нового года. Выступление самых лучших артистов и коллективов удивляло и завораживало гостей праздника. Они настраивали присутствующих на волшебную атмосферу из далекого детства и согревали душевными песнями. Сегодня совместными усилиями мы организовали такой большой и интересный праздник. Наша елка открывается в городе Первое, поэтому это очень ответственно, очень торжественно и очень приятно, что нам предоставлена такая честь. Поздравляем всех жителей города Бреста с наступающим Новым годом. Мы всем желаем добра, тепла, улыбок, чтобы мечты сбывались. Новогоднее настроение было новогодним очень долго, а мы со своей стороны обеспечим новогодние праздники так, чтобы они запомнились. Новый год – это уютный праздник, а потому на открытии елки не обошлось и без искренних поздравлений и пожеланий брестчанам и родному городу Бресту. Я хочу, чтобы год у нас был мирный, спокойный, чтобы город был полный изобилия и радости, и всех брестчан с наступающим Новым годом. Жизненного оптимизма, счастья, здоровья, уюта, тепла в домах. Счастья, благополучия и мира. Я городу Бресту процветания желаю, а всем людям хорошего настроения, удачи и везения. Чтобы это был мирный, замечательный год, чтобы как можно больше новых свершений, хороших, замечательных, добрых. Всем счастья и мира, это, наверное, самое главное. Процветания! А еще, не знаю, чистоты, доброты. У нас прекрасный город. Боже, здесь чистенько, здесь уютненько. Лучше Бреста нету места. Такие искренние, светлые, душевные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством звучали от брещан не зря. Ведь город Брест действительно красивый, уютный, а главное – комфортный и любимый. За тепло и доброту в адрес каждого брещанина звучали со сцены слова поздравлений с приближающимися праздниками от главы администрации Ленинского района. Уважаемые брещане, примите поздравления с наступающим Новым годом. Всем нам крепкого здоровья, добра, тепла, успехов. И настала пора зажечь огни на нашей лесной красавице. Раз, два, три. Елочка, горим. Тысячи разноцветных огоньков, которые загорелись на елочке Ленинского района, придали праздничному вечеру неповторимый колорит.